еду на реку Римак. У нас такое музыкальное сопровождение. Веселенькое. У нас веселый водитель такой. Подсвистывает. Местная достопримечательность. Река. Римак. У него есть своя история. Вообще это зона Пелигроса. Уже несколько человек остановилось, предупредило нас, чтобы не таскали с собой телефон. А также милиционер остановился и то же самое сообщил. В общем, никуда нас не пустили вниз. Тут ни одного человека, все охраняется полицейскими. И нет возможности подойти ближе к реке. Нас предупредили, что если мы пойдем в обход, то это зона опасная. Я решила отказаться от такого путешествия. Ну, в общем... Тетенька еще одна нас прям до конца убедила, что сюда ходить не надо. И мы решили вернуться на остановку. Какая красотища! Ребят, ну вон и зона опасная. Поэтому все ограждено, и полицейские предупреждают, что не ходить туда. А красота необыкновенная.